Итак, вот она, наша магнитная мешалка. Все установлено на стенд испытательной лаборатории. И мы сейчас проверим ее в деле. Так, включаем питание. Так, питание. Так, все, питание включил сбоку. Так, вращение, нагрев. Вот у нас столик с функцией подогрева. Какой-то пластик тут надо убрать. То расплавится. Значит, подогревает он достаточно мощно. По инструкции сейчас посмотрим. Так, вращение пока выключим. Нужно нам подготовиться. Так, наша колбочка на 500 миллилитров. Так, чтобы она у нас не упала, мы ее сейчас установим. Дополнительный кронштейн. Ага. Не будет он держать ее. Не очень удобно. Тогда мы сделаем следующим образом. На основной штатив перецепим. Мешалочку подвинем. Вот и все. Так. Опа. Все. Идеально. По-моему, идеально. Все, годится. Можно работать. Для тех, кто не знает, что такое магнитная мешалка. Вот элемент. Включаем вращение. Принцип работы вот такой. Проще некуда. Добавили скорости. Выключили. Все. Значит, что мы делаем? Берем, наливаем наши компоненты в колбочку. Так, проверили. Ну да, столько, сколько нам нужно. Добавляем, например, реактива. Взвешиваем предварительно. Так. 3. Подогрев. Все. Процесс пошел. Вот в таком режиме магнитная мешалка заботится о том, чтобы состав был размешан.
контакта ни с чем нет, жидкость перемешивается самостоятельно внутри. Кроме того, она подогревается. Температуру можно регулировать специальным движком влево-вправо. Вот, нагрев меньше, больше. Для того, чтобы контролировать температуру непосредственно внутри колбы, при помощи вот этого зажима можно установить градусник и наблюдать за процессом. Вот такой нехитрый принцип действия магнитной мешалки. Так, по инструкции посмотрим, что у нас написано там. Магнитная мешалка с подогревом US-6120, город Санкт-Петербург. Условия эксплуатации. Температура окружающего воздуха в градусах Цельсия от 5 до плюс 40, влажность воздуха до 80%, напряжение электрической сети питания 220-240 вольт, частота сети 50-60 Гц. Итак, скорость оборотов в минутах до 2000 оборотов в минуту. Точность установки оборотов ручная, плавная. Максимальный объем перемешиваемой жидкости в литрах 2 литра. Размер платформы 120 на 120 мм. Нагрев до 280 градусов. Мощность 180 Вт. Контроллер аналоговый, таймера нет. Материал поверхности алюминиевый сплав. Материал корпуса алюминиевый сплав. Размеры со штативом 230 на 120 на 90. Со штативом 320 в высоту. Габариты в упаковке 260, 170, 180. Вес 3 кг. Средний срок службы 5 лет. Ну что ж, в общем-то неплохо. Данный прибор прост в обращении и подходит для перемешивания с подогревом жидких образцов объемов до 2 литров. Прибор имеет несколько отличительных особенностей. Корпус прибора выполнен из термостойкого материала. Нагревательный элемент обеспечивает быструю скорость нагрева. Температура поверхности достигает 280 градусов Цельсия. Так, неплохо, надо убавить. Ну да, ох, горячущая какая. Все, убавили, даже выключим. Пока выключим. Запуск прибора. После распаковки и установки на рабочее место первое включение допускается не ранее, чем через 2 часа. Перед включением оборудования, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и убедитесь, что напряжение в сети электропитания соответствует рабочему напряжению оборудования. Перед началом работы убедитесь, что кабель электропитания не касается нагревательной поверхности. Проверили? Не касается. Ну, стандартно. Все, в общем-то. Инструкция, сертификация, все есть. Повторю, магнитная мешалка U-Lab, модель US-6120. Производство Россия, город Санкт-Петербург. Все, спасибо за внимание.